Всем привет! Давайте пообедаем последний раз. Ну, не в последний, в этом отеле. Возьмем с вами зелени. Чуть-чуть зелени. Возьмем вот такой зелени. Так. Ой, пойдемте дальше. Возьмем с вами турецкого огурца. Нет, помидора. Возьмем помидора. 3 штуки. Я не знаю, я есть не хочу. Это начинается нервный тик, знаете. Так, тут где-то есть огурчики. Ой, они их намазали. Намазали огурцы. Я такое не ем. Ну ладно, без огурцов. Пойдемте поищем. Поищем, что там есть. Картошка фри. Давайте жареные индейки. Давайте жареные индейки на гриле. Откушаем. Фу, не хочу что-то я ничего. А где картошка фри? Сейчас я вам покажу. Вот здесь телятина. Может, телятины взять кусочек? Все, хватит. Спасибо вам. Спасибо. Помаши в YouTube. YouTube. Это повар. Наши повара. Очень вкусно. Спасибо вам. Спасибо. Thank you very much. За обед. Thank you very much. Пойдемте, девочки, не хочу на улицу. Тут попрохладнее. Как я вот маленьких люблю. Карапузиков. Ну ладно, давайте сюда сядем. Оставим сумку. Я прям с моря, девочки. С моря ветер дул. Приходил Абдул. Вот так. Вот. И еще у меня останется ужин и все. И все. Посмотрите, какая вкуснятина, да? Вон мы с мальчишкой наяриваем. Сейчас мы тортика чуть-чуть отрежем кусочек. Да, девочки? Да. Так, сколько я беру сладости? Да чуть-чуточку. Совсем чуть-чуть. Ой, вот эта самая середочка осталась. Вот. Так. Что еще возьмем? Что еще мы возьмем? Что-то на меня больше ничего не смотрит. Не знаю. Ну ладно, уговорили. Вот эту плюшечку возьму. Ну и вот, я ж скромно беру, видите? А вы говорите, я обжора. Да, девочки. Очень красивая тарелочка. Очень красивая. И вот мой обед. Все. Разве это много? Посмотрите. Вообще немного. А, надо попить что-то взять. Наверное, попсиколу. Сейчас попросим попсиколу. Сейчас я попрошу. Можно попсиколу? Спасибо. Попсикола. Попсикола. Вот такая порция. Очень даже хорошая порция. И что вы там мне не говорите, я ем немного. Немного. Уже надоело все. Все, девочки, надоело. Где-то Масенька плачет. Телятинка. Неплохая.
Но мне кажется, это все такое. Тушенка. Ой, все, я уже наелась, насытилась. Вот такую тарелку покажу для фотографии. Всем пока!